Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как я буду собирать светильник гортензию. Идея не моя, много мастер-классов есть в интернете, я просто хочу попробовать сделать. Для этого нам нужен будет плафон, диаметр 15 сантиметров. Я его перед началом работы зашкурила, чтобы была хорошая сцепка клея с цветочками. Листочки делала по шаблону и покажу, как я делала, вырезала цветочки гортензии. Для этого нам нужен квадрат 6 сантиметров на 6 сантиметров. Мы берем, вырезаем, делаем надсечки. Теперь снова складываем пополам и делаем надсечки уже с этого края. Вот такая деталь у нас должна получиться. И теперь просто сглаживаем углы. Форма лепестков может быть разная. Иногда делают полукругом вообще здесь, но я хочу попробовать с такими листиками, как у гортензии. Они немного заостренные. Я такую форму и стараюсь делать. Вот. Наверное, немного подниму камеру, чтобы вам было видно. Включаю, прогреваю, оттягиваю. Оттянула. Оттянула. Таких штучек должно, пока я нарезала 50 штук. Сейчас, потом скажу, сколько у меня ушло. Отставляем фен в сторону. Берем плафон. Разогреваем пистолет. Забыла включить. Пока разогревается пистолет, хочу показать, как я делала проводку. Смотрите, у нас есть два проводка, коричневый и синий. Здесь у нас есть вот такие ячеечки с болтиками. Болтики оттягиваем и делаем, снимаем оплетку у провода и делаем такую вот петельку. Вставляем и зажимаем здесь болтиком. Ну, тут я немного неправильно сделала. Мне нужно было, наверное, посередине для провода дырочку сделать, но я сделала внизу. Потом я ее закрою. И теперь нам нужно сделать переключатель. Берем, здесь у нас проводок один целый коричневый, например, а синий мы сейчас будем разрезаем. Сделали петельки, сняли оплетку, только аккуратненько сделали петельки. И тоже у нас вот здесь есть дырочки. Болтик открутили, вставили. Смотрите, вставляем и закручиваем. Чтобы проверить, хорошо ли вставили, нужно потянуть. И с этой стороны также сделали петельку, вставили. И хорошо закручиваем, чтобы провод не выходил. Теперь этот опускаем вниз, надеваем, надели и уже закручиваем с этой стороны. Все, наша проводка. И начинаем клеить цветочки. Цветочки мы будем клеить густо.
чтобы, смотрим, чтобы не было пробелов у нас. Вот. И делаем такие. Смотрим, переворачиваем просто, как она, как будет хорошо ложиться. Или квадратиком, или по диагональке. Но делаем место. Вот здесь нехорошо. Наверное, я сейчас сниму. Да. Могу снять. И переклею ближе. Вот. И так обклеим полностью наш плафон. Приблизительно сантиметров 5 я оставила, потому что сюда на плафон я сейчас буду подклеивать листья. Они как раз сюда хорошо ложатся. А там буду смотреть. Правда, у меня пошло не 50 цветочков, а штук 60 где-то. Вот, сейчас я буду на расстоянии сначала 2 сантиметра клеить, а потом уже под саму закрутку. Вот. Листья я вырезала по молду, вот такому. Ссылочку на магазин могу оставить. Вообще все материалы, которые я покупала сегодня, то есть использовала сегодня в мастер-классе, покупала в одном и том же магазине. Ссылочку оставлю вам. Вот сначала беру один напротив другого. Нужно мне было по шву взять, наверное, было бы ровнее. Но ничего. Тонировку не делала специально, потому что задумала я одно. Сейчас покажу, почему. Вернее, поставлю лампочку, включу уже светильник, и вы увидите, почему не делала я тонировочку. Тонировочку можно было делать и на листиках, и на цветочках. Но это у меня пробный светильник. Я его делаю первый раз при вас, вместе с вами. Вот, и смотрю, что у меня еще не хватит листочков. Нужно будет это делать на второй ряд. Но пока вот так получается. Вот, первый ряд я уже подклеила. Остался второй. Я, наверное, к вам уже вернусь, когда добавлю сюда немножечко листвы. Вот. И уже смотрю, что нужно будет мне добавить сюда немножко еще цветочков. Приклеила я листву. Плафон уже у нас готов. Теперь доделаем ножку. Берем клей. Аккуратненько наносим. Фиксируем. У нас получилось дно. Теперь все это я сейчас обрежу. Теперь берем кусочек изолона, намечаем. Можно вот так возьмем. Начинаем приклеивать. А здесь делаем дырочку. Приклеила я. Немножко шов видно. Ну, как я все это делала первый раз, я так думаю, все мы потом исправим. Вкручиваем лампочку. Одеваем наш абажур. Вот такая гортензия у нас у меня получилась. Сейчас покажу вам. Смотрите. Вот поэтому я не хотела делать ей тонировку, чтобы она была белая. А как происходят чудеса, это с этим пультиком. Вы можете себе переключать.
красный, оранжевый, красный, зеленый, синий. Камера, конечно, не передает, но очень хочется посмотреть на фиолет. Вот, сирень интересная. Сейчас, наверное, выключу свет. Все равно. Но сирень обалденная. Оранжевый, голубой, зеленый, синий. Не забывайте подписаться на канал. Будет много интересного. Па-па-па-па!